видео будет о интересной и уникальной недостроенной гробнице, обнаруженной в горах Загроса. По крайней мере, официально она называется томб или грейв. Ну, томб, скорее всего, гробница. И чем она примечательна, это то, что мы видим незавершенный процесс работы, как это было во время процесса и брошенная работа. То есть мы видим, как древние мастера по обработке камня, они начали выдалбывать эту гробницу в монолитной скале, и по неизвестным причинам работа была брошена. Согласно официальной версии, во-первых, ученые сами говорят, что они точно не знают, кто и когда построил. У них есть только гипотеза, что гробница относится к одному из правителей Ахменидов. Кто именно построил, неизвестно, когда именно построил, неизвестно. Судя по рисунку воина, который, ну или правитель, или воина, кто его там знает, который изображен на поверхности стены этой скалы, можно было предположить, что это время войн персов со скифами и вот немного до них. То есть можно было теоретически предположить, ну, ориентировочно плюс-минус где-то 700 год до нашей эры по примерно 500 год до нашей эры. Это плюс-минус, точно никто не знает. Это я свои предположения, которые могут быть ошибочны, это только высказал, что я думаю по этому поводу. По поводу изображения воина, который или правителя, который изображен на этой стене. Хочу сказать именно по этой, ну, по легенде, вот она якобы называется там гробница Давида, что-то такое. Ну, разумеется, никакого отношения Давид к горам Загроса и близко не имел, и близко там никогда в жизни не был. И это всего лишь местное такое вот местный полурелигиозный фольклор, который даже, ну, и ученые сами опровергли, да, я думаю, так любой здравомыслящий человек, если начнет хорошо разбираться, что там происходило, то, разумеется, израильский Давид никакого отношения к горам Загроса не имел, никогда там не был, и знать о них не знал, а если и знал, то вряд ли он там когда-то был, так как они там постоянно воевали друг с другом, и никак он туда добраться не мог, и никакого отношения к этим гробницам он, разумеется, планом на будущее. Вот уже в ближайшие дни, я думаю, начну все-таки. Думал, что раньше начать, то ли книга Еноха, то ли послание Энки, то ли о высадке в Воронеже. И все-таки, я думаю, начну о книге Еноха. Я давно, и уже, наверное, с год или два уже говорю, что люди ждут, уже, как говорится, устали ждать. Мне удалось узнать, кто такой Енох был на самом деле. Конечно, Енох — это
это Энмендурана или Энмендуранки из города Сипар. И он жил более чем 2900 год до нашей эры. То есть все, что вы прочитаете, это, разумеется, не его личное послание, а уже 100 раз писанное, переписанное разными народами, разными этими вот. То есть как бы десятая вода на киселе. Не знаю, трудно будет перевести это на английский язык, это понятие. Но те, кто более-менее знает славянский язык, они поймут, о чем я имею в виду речь. Ну, я думаю, что все-таки буду делать книгу Еноха в ближайшие дни. И будет она состоять из 2-3 частей. Все остальное вы видите в приложении книги Енохи, а данное видео, как я еще раз говорил, будет о незавершенной гробнице в горах Загроса. И интересно будет увидеть, вот сам процесс строительства было брошено именно в процессе строительства. Как они вырубали в монолитной скале, ну, в принципе, гигантскую такую гробницу, которую официальные ученые, по одной из версий, относят к клану Ахменидов. Всем спасибо за просмотр, все остальное видите дальше.